Тодор, можно вопрос от меня? Да. Я понимаю, что спецслужбы, конечно, должны были каким-то образом, ну, должны и должны, неважно, но, тем не менее, контролировали весь этот процесс и, самое главное, процесс приходящих клиентов. Но, как вы полагаете, сами спецслужбы пользовались услугами бабы Ванги или просто вот так вот как бы на проверке стояли на контроле того, кто к ней приходит, того, кто с ней общается? Конечно, пользовалась. Были мы, когда последние 2 года назад снимали уникальный фильм, канал, я даже скажу, я не боюсь этого, это даже реклама, канал «Домашний». Снимали, я с ним поехал в Болгарию, и они сняли уникальнейший фильм про Баба Ванга. Даже могу сказать, наверное, у болгаров нету, может, у болгаров есть много информации, но они ее не собрали. А я был, как говорится, инициатором все, что там снималось, и помогал и максимально сделал того, чтобы снять этот документальный фильм. Это был сделан был уникальнейший фильм. Потом я его здесь переводил, но, к сожалению, его не показали, ничего не показали, его как будто просто запретили. Показали после этого некую балаган, некую выдуманную историю, которая не соответствует с действительностью. Вся Болгария оплевалась. На сегодняшний день те, которые приезжают снимать Ванку в Болгарии, те просто их посылают куда-то дальше. Просто не хотят общаться с российским телевидением, потому что они поступают, как сказать, ладно то, что используют Вангу, понятно, но они, ладно то, что показывают, это хорошо, но вы покажите истину, а вы показываете ложь. Вы показываете то, что она слепая, то, что якобы ее изнасилили, потом ослепли, отец у нее типа пропил все деньги на операцию, потом они путают географию, что поехал он на лошади в Софию, потом в Белграде, где Белград, где София, где поезд, где... Что-то какие-то бредовщины несется в этом фильме. И, конечно, это раздражает. То есть выдуманы, очень много выдуманы сказки, которые не существуют. Вот да, она ясновидящая, да, вот этот многие. Но зачем вот так врать? Понимаете, это обидно. Болгары обижаются этого. То, что каждый человек... Прошу прощения, не забыть. Каждый человек с каналом телевидения России, кому не лень, просто пишет какой-то сценарий и говорит: «Ванга сказала такое-то, такое-то». И все. Ну, и весь... Ярослав, кстати, журналист, и он телевизионщик, и он знает, почему это делается. Да, ну, да, я прошу прощения, на самом деле, ну, как бы я был телевизионщиком там, на территории Беларуси, правда, не на российском телевидении, но белорусское телевидение делалось уже почти по тем же принципам, поэтому и пришлось мне уезжать в Соединенные Штаты Америки в результате. На самом деле, это одна из заповедей. Больше чернухи, больше кошмарьте, как говорят на совещаниях. Да, кошмарьте, страшная сила. Вот об этом и речь. И чем больше всякой жути вы нагоните, тем больше вы это будет веры. Не мы первые придумали, не мы последние. Доктор Геббельс тоже об этом говорил всегда, как бы в своей пропаганде. Истина никому не нужна. Да, да. Истина абсолютно никому не нужна. Ее нельзя показывать. Она на сегодняшний день, я открыто заявляю, когда режиссер плачет с НТВ, чуть-чуть не плачет, меня матом ругает и говорит: «Тодор, меня уволит, я хочу шоу снять, мне твоя истина не нужна». То, что сняли истина, сняли, она никому не нужна. Я на секунду вас перебью, потому что истина считается сегодня на российском телевидении не рыночной. Истина всегда несколько скучнее, нежели все эти кошмарики, которые представляются нам в шоу. Которые там можно, бабе Ванге можно приписать сегодня любое высказывание, посмотрите, что происходит в интернете на эту тему. Это невероятные вещи, это невероятные. Но ее действительно уволят за то, что у нее упала аудитория на этом шоу, и за то, что умные люди на этом шоу попытались высказать некоторые умные мысли и высказать правдивые мысли. Да, она и дня не продержится на работе, или он там, я не знаю, кто там режиссер, девочка, мальчик, в конце концов, это совершенно не важно. Бейте по рейтингу. Мне предложение, говорит,
Ты скажешь, что ты внук Ванги, и она тебе учила и передала твой дар. Я говорю, вы что, с ума сошли? Как я такое буду говорить? Я же болгарин, я же не могу такого сказать. Я же не артист. Если бы я был актером, я понимаю бы там какое-то там что-то, чего-то. Ну, это же вы меня просите истину сказать. Но я это не могу сказать, это неправда. Какая тебе разница? Кто это будем знать? Понятно. Тодор, расскажите, если все-таки возвращаться от бабы Ванги к вам, много она вам дала, то, что она вам рассказала, это было действительно, сбылось, не сбылось, если вы спрашивали, конечно, такие вопросы? Вы знаете, я заметил такую вещь, никогда не задавал себе вопрос. Дело в том, что, ну да, был, встречались, разговаривали, общались. Но когда общаешься с людьми, каждый человек задает некий вопрос. И на базе этих вопросов получается на наше подсознание все, что я тогда не заметил, не придал значения, оно выявляется потом. То есть, когда я с ней общался, на то время мне было 33 года, у меня были одни понятия, одни восприятия мира, одно, как говорится, взял это слово, это как-то запомнил, но оно мне не создалось никакое впечатление. Прошло время, я уже сейчас, мне за 50 лет, у меня совершенно другое восприятие мира, и эти слова, которые это были, я их ощущаю совершенно по-другому. Я теперь понимаю, что я свидетелем, самое главное, не то, что я был у нее, переводил, нет. Я свидетелем, как она работала. Я вместе с ней работал. То есть я, когда переводил, я это видел, как она все это делает, и я должен был вот это все это сказать. Вот это для меня это самое главное. И самое главное, что она мне добро дала. Она просто слова: делай, что ты чувствуешь, что ты понимаешь, и не надо мне спрашивать ничего. Ты мне расскажи об этом, об этом, об этом. То есть она вечно переводила разговор в другую тему и говорит, ты все сам знаешь, что ты меня спрашиваешь. То есть она не показывала, что она выше меня там или чего-то, что-то. Нет, она на равных, она просто как мы с вами общаемся, так она общалась. То есть очень удивительный, уникальный человек. Она никогда не показывала свою значимость, что она такая великая. Нет, она очень просто, обыкновенно общалась. Вот это ее гениальность. Тодор, а вот тут по ходу вопрос. Вы произнесли заветное слово, когда она работала, и я работал вместе с ней. Это, в принципе, как бы для людей-дилетантов, для людей, немножко несведущих в том, что такое экстрасенс, что такое человек просветленный. Это тяжелая вообще-то работа? Или так просто по наитию? Раз, вот, и она все знает. Знаете, у меня есть такое слово, цитат. Я говорю, что я боюсь только одно в жизни – узнать того, что мне не надо знать. Угу. Потому что есть вещи, на самом деле, ты не хочешь знать, а их, они страшные вещи. Ну, представьте себе, я фотографирую своего отца после похорона матери. Фотографирую, я застываю. Я вижу смерть отца, я вижу, как когда отец через полтора месяца умрет, я вижу, как умрет. И я говорю сестре, береги отца, он выбросится откуда-нибудь, он упадет, что-то случится от горя матери. Тут уже логика сработала. Но мне потом задали вопрос, а ты что, ничего не мог сделать? Я не знаю, почему я ничего не мог сделать. Точно так случилось, отец через полтора месяца умер, правда, упал. На лестничную площадку споткнулся, упал, кровоизлияние мозга, умер. То есть я видел, что он упадет, понял. И я видел, что его не будет, но я ничего не могу сделать. Это просто, я говорю, пример, который лично мой страшный пример, который не только он, и другие вещи видел, которые, как ты можешь человеку сказать то, что что-то с ним случится. Это страшно. Но, конечно, иногда помогает, если уберем негатива, и помогает в жизни каких-то вещей предостеречь себя, сохранить друзей, сказать им, что-то будет, что-то какое-то такое. Это помогает. Это я всегда ищу, как говорится, в жизни один видит лужу, а другой видит облака в небе. Я все время хочу видеть облака. Лужу я не вижу. Пускай в этой луже птички водичку попьет, еще что-нибудь, она... Да, у нас перерыв в эфире, поскольку, видимо, с интернетом какие-то проблемы. И
Да, Тодор, мы вас не слышали буквально несколько секунд, поскольку что-то там зависло у нас с интернетом, по всей вероятности. Ну, я хочу сказать, что все в порядке. Лучше искать всегда хорошее, потому что плохое не надо смотреть на него. Возвращаясь, лучше видеть облака в небе в луже, чем в самой луже думать о плохом. А скажите, как вам ваши способности помогают в жизни, как они помогают вам, вашей семье и тем людям, которые ищут вашей помощи? У меня есть правило, я его называю «соблюдение субординации личности». Я вот так назвал. То есть я никогда, никакого человека, с кем бы я ни общался, никогда не лезу в его внутреннего пространства, мира. Потому что это закон, это моральный закон для меня. Я не имею права лезть туда. Почему? Потому что если я полезу, я научился видеть и не видеть. Вот это очень сложно. Понимать и не понимать. Потому что если я начну человека любого расшифровать, то я не могу общаться, у меня сразу появятся какие-то логические действия, и начнется куча вопросов, куча перипетий, которые мне надо преодолевать. Поэтому я не хочу этого делать. Я хочу, чтобы человек был таким, каким он, его воспринимаю я как обычного человека. Я хочу жить свою человеческую жизнь. И поэтому мне это проще. И человек понимает, что я отношусь к нему проще, обыкновенно, как человек, как Тодор, а не как ясновидящий. Мне это больше нравится. Ну, это понятно. Но, тем не менее, человек к вам обратился. Да. У него есть какая-то проблема. Скажите, эта проблема вы решаете или помогаете вы с проблемой на физическом уровне, допустим, вопросы со здоровьем, или вы помогаете, ну, очень такая задача, которая у всех экстрасенсов на всех битвах, найти какую-то вещь. Вот человек что-то где-то потерял. Вы можете найти это как? Пускаюсь на землю. Да. Значит, человек, надо понять, с чем он пришел, что ему нужно. В основном очень много людей, 90% примерно идут с психологическими проблемами. Редко кто-то хочет иметь связь с мертвыми, там, с бабушкой приходит ночью и так далее, там, дедушка, мать, отец и прочее. Это очень редко. В основном все это психологические проблемы или здоровье. Поэтому я сканирую человека, то, что я вижу по здоровью, я ему говорю посмотреть того, 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 того. Я не врач. И плохо знаю все вот эти медицинские дела, и я на пальце иногда объясняю некие вещи, которые я ощущаю. Его задача пойти лечиться. Я не лекарь, не могу этого делать и не имею права. Увидел, сказал. Моя задача увидеть, передать, сказать, а его задача заниматься этим делом. Дальше идет отношение, которое надо решать, та или иная проблема. Если человек меня спрашивает о какого-то другого человека, я тоже не хочу разговаривать о другого человека. Это табу. Я не имею права говорить о другого человека. Потому что очень часто говорит, давай ты о нем мне что-то скажешь. Я могу только либо хорошо что-то, либо ничего. Потому что как я буду вторгаться в чужую жизнь? Но это его собственная жизнь, собственная территория. Я не имею права ни за каких денег. Мне это деньги не интересует. И это нарушение неких законов. Потому что чем я больше открытым в пространстве природы, чем больше его хочу, я больше понимаю, чем я больше растворяюсь в природе, я тем больше понимаю. Но не надо нарушать эту гармонию.